Однослойная система гидроизоляции фундаментов на основе полимерных мембран Logic Base. Важная особенность системы – ремонтопригодность. Она обеспечивает возможность мониторинга состояния и восстановления гидроизоляции в ходе эксплуатации фундамента. Мы находимся на строительной площадке жилого комплекса, где вовсю кипит работа по возведению фундаментов. По проекту здания имеют заглубленную часть, в которой расположится подземный паркинг. Для его защиты выбрана надежная система гидроизоляции из ПВХ-мембран. Такая система обеспечивает высокую скорость и технологичность работ, а также стопроцентную возможность ремонта гидроизоляции. В качестве основного компонента в системе применяются полимерные мембраны Logic Base, долговечный, прочный и эластичный гидроизоляционный материал, устойчивый к химическому и биологическому разрушению в процессе эксплуатации. Для монтажа системы применяется дополнительная комплектация – гидрошпонки «Технониколь» и ленты Logic Base Strip для секционирования гидроизоляции, контрольные инъекционные штуцера и трубки для мониторинга и ремонта гидроизоляции в случае протечки, геотекстиль для механической защиты гидроизоляции. Монтаж системы может выполняться в сложных погодных условиях, в том числе при минусовой температуре. Для монтажа системы не требуется тщательное выравнивание бетонного основания. Основное требование – отсутствие острых кромок. К поверхности под гидроизоляцию нет требований по влажности. Главное условие – отсутствие луж. Это снижает временные и финансовые затраты на подготовку основания. Свободная укладка мембран Logic Base VSL в один слой и большая площадь рулонов обеспечивают высокую скорость монтажа и позволяют избежать проблем с адгезией к основанию, в отличие от многослойных систем со сплошной приклейкой к основанию. Сварка смежных полотен мембран Logic Base VSL выполняется автоматическим оборудованием с контролируемыми параметрами. Такой способ обеспечивает постоянное качество швов, возможность инструментального контроля их герметичности и существенно снижает человеческий фактор при монтаже. Герметичность швов проверяется при давлении 2 атмосферы. Качественный шов легко выдерживает такое давление. На самом деле запас прочности шва гораздо больше. После монтажа и сварки полотен производится зонирование гидроизоляции на герметично изолированные друг от друга секции площадью не более 150 квадратных метров. Для зонирования применяются гидрошпонки «Технониколь», которые герметично привариваются на поверхность мембраны плоской стороной и замоноличиваются в процессе бетонирования конструкции анкерными уплотнителями. Для обнаружения и устранения возможных протечек в каждой герметичной секции устанавливается по 5 контрольно-инъекционных штуцеров с инъекционными трубками, концы которых выводятся внутрь конструкции. Такое зонирование гидроизоляции позволяет ограничить распространение воды в случае протечки по всей конструкции, своевременно обнаружить протечку по притоку воды через трубки и устранить ее. В качестве защитных слоев поверх мембраны монтируется геотекстиль, полиэтиленовая пленка и защитная цементно-песчаная стяжка на горизонтальной поверхности. Укладка защитных слоев производится посекционно, не накрывая гидрошпонки. Такая система обеспечивает беспрепятственный доступ к поврежденному участку гидроизоляции для его ремонта без сверления шпуров в бетоне или откопки грунта. Ремонт системы производится путем инъектирования полимерного состава Logic Base Inject Acryl 500. Состав под давлением заполняет пространство между бетоном и гидроизоляцией, полимеризуется, исключая доступ воды к бетонной конструкции. Таким образом, происходит восстановление гидроизоляционного слоя, что снижает вероятность развития коррозии бетона. Скорость монтажа и ремонтопригодность системы, эффективность и долговечность гидроизоляции – вот почему количество застройщиков-подрядчиков, сделавших выбор в пользу систем с применением полимерных мембран Logic Base, растет ежегодно на 20%.